юбилею основоположника осетинского литературного языка великого осетинского поэта, прозаика, драматурга, художника, борца за права своего народа государственная телерадиокомпания ИР подготовила телепроект «Кустадзерт». Мероприятие и одновременно съемки проходили на сцене Госдрамтеатра имени Кустахита Гурова. В течение 2 недель наши коллеги Юлия Бестаева и Григорий Мамьев работали над разработкой данной программы. И сегодня зрители увидели богатую и разнообразную программу о жизни и творчестве гения. Oftatesta kusta cevekote anneme. Min asede nevet istemaze dekabere rechsezembun jefestece. Uyfesteme chite uptan rotortui zevce kavayi. Baha uptan karese kehte talen casitem. Ebsist eme cinche madantem. Kabetten mezerdei uagrat bisimmem. Карасей бастостел хахта, ацердер забидроу крохов бахалкутун. В программе задействованы мастера искусств, творческие коллективы, артисты, музыканты, финалисты телепроекта «Дзерт». Помимо театральных и хореографических постановок, участники телепроекта читали стихотворение Кустахита Гурова. Телеведущий певец Тимур Дзутцев под руководством народного артиста Вадима Харибова трудился над подготовкой новой песни «Ката» и сегодня же ее исполнил. Телевизионную версию программы «Кустадзерт» телезрители смогут посмотреть 15 октября после информационной программы «Абон». Алена Утеева, Заур Устаев, Оксана Пактаева. Информационный выпуск сегодня.